Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о схеме Виктора Дина в винном пробое транзистора КТ-315 или другого для управления полевым транзистором и эффекты при этом наблюдаемые. Итак, вы посмотрели схему Виктора Дина, которая, кстати, более точная. Здесь лампочка может быть закорочена большим куском толстого провода, и она все равно может гореть даже ярче. Такие видео вы можете найти в интернете. Теперь посмотрим, как эта схемка реализована всего на одном транзисторе КТ-315 и одном полевом транзисторе ИРФ-540Н. Ну вот, собрано по той схемке. У нас есть латтер, потом идет дроссель, индуктивность около 2, чуть больше, генри. Есть 1,5-2 витка провода, который служит для запуска от аккумулятора. Итак, входная лампочка у нас имеет мощность всего лишь около 1 ватта. Это 12 вольт. Автомобильная лампочка с током 100 мА. Выходная лампочка 13,5 вольт, 0,15 ампера. Итак, включим в розетку наш латтер и медленно поднимем напряжение до примерно 90 вольт. Ну вот, у нас 90 вольт будет вот так. А теперь мы берем вот упрямительный диод, после латтера идет небольшой сглаживающий конденсатор. И теперь мы касаемся клеммы, загорелась. Итак, что мы видим? Лампочка, которая мощность всего 1 ватт, еле-еле тлеет, почти не горит. А более мощная лампочка горит в полный накал. Ну, довольно-таки удивительно. Правда, режим срывается, но вот он опять. Чуть-чуть увеличили напряжение, даже без запуска от двух витков. Вот такой вот интересный эффект. Итак, многие говорят, что здесь ничего нету. А мы сделаем так. Мы раскроем вам небольшой секрет, откуда берется в этой схеме дополнительная энергия. Ну, уменьшим напряжение или вообще просто выключим из сети, чтобы было видно. Итак, из новой теории микромира известно, что когда магнитные поля скрещиваются, это в нити спирали лампочки особенно сильно происходит, потому что нить спирали бывает намотана в два слоя, а одна спираль внутри другой спирали, то при подаче переменного напряжения высокой частоты происходит интенсивное пересечение магнитных линий друг с другом, что приводит к выделению тепловых фотонов, которые нагревают очень сильно нить спирали, которая начинает светиться. Заметим, что энергия электромагнитного поля тратится только на перемагничивание, на изменение спина электронов в цепи электрической. Но восполнение излученной массы, которую электроны излучают, вот это восполнение массы электронов происходит из окружающей среды. Электрон, если упрощенно говорить, это вращающийся тор, вот, имеет магнитный спин, то есть северный и южный полюс, и он вовсе не вращается по орбитам вокруг ядра атома. Это заблуждение до сих пор вдалбливают в головы ваших детей. Восполнение массы, утраченной в результате излучения, происходит только из одного доступного источника, логически, что можно предположить на сегодняшний день, это окружающая среда или эфирная среда. Поэтому чем чаще будет пересечение линий магнитных полей в единицу времени, тем больше тепловых фотонов выделится и тем сильнее нагреется лампочка. Далее мы поговорим о мощности, потребляемой в первичной цепи. Почему же и как правильно считать мощность первичной цепи?
А мощность первичной цепи нужно считать с учетом скважности тока и напряжения. Если бы у нас питающее напряжение был бы какой-нибудь аккумулятор и источник постоянного тока, то так как импульсный отбор идет электроэнергии, то мы должны поделить на скважность напряжения. Если у нас отбор осуществляется там маленький кусочек времени, скважность может быть 10, может быть 100, в остальные периоды от источника напряжения, от нашего аккумулятора или источника питания, несмотря на то, что на клеммах у него существует напряжение, мы не отбираем никакую мощность. Поэтому мы должны взять среднее значение напряжения с учетом скважности и умножить на среднее значение тока, которое протекает здесь через эту лампочку, что субъективно и объективно в некотором смысле дает нам понимание, что нить спирали лампочки, которая всего лишь 1 ватт и которая еле-еле начинает греться, и по этой же цепи дальше питается вторая, намного более мощная лампочка, нам чутье наше подсказывает, что если мы подключим клеммам аккумулятора там примерно 7-8 вольт, и при этом ток будет намного меньше, чем 100 миллиампер, вот это и будет значение мощности по постоянному току. Или такое же самое значение мощности мы можем взять для этой лампочки, если мы будем импульсно отбирать этот ток от более высокого напряжения через вот этот лавинный транзистор и вот эту простую схему. Конечно же, существуют и другие интересные моменты, связанные с физикой процесса. Кстати, аналогичная схема, где на краткозамкнутом пруте Тесла подсоединял лампочки, которые очень ясно было видно, горели в полный накал. Есть и в книгах соответствующих, и это все, кто желает, можно посмотреть. В данном случае это еще мы рассказали про сам механизм, откуда получается дополнительная энергия. В настоящее время существуют транзисторы, которые представляют собой структура 3-4 последовательно соединенных транзистора, выпускаемых иностранными фирмами, которые можно купить для того, чтобы не делать подобные вот транзисторы и соединять их в 3-4 последовательно для усиления эффекта. Эти транзисторы, которые уже в одном из 3-4 штук, они уже подобраны по коэффициенту усиления и другим параметрам и представляют собой уже как бы один транзистор из многих таких составных транзисторов. Спасибо за